планирую немного отдохнуть. А немного это сколько? На сколько будете брать отпуск? Не знаю, на неделю где-то. А куда хотите поехать? Ну, в Горный Алтай, видимо. А почему именно Горный Алтай? Ну, близко. В Горном Алтае с друзьями. Пожалуй, банально. Горный? Почему все едут в Горный? Близко, доступно, красиво. Но в плане финансов, насколько это доступно? С недавних пор не очень доступно, на самом деле. Но пока что можем себе позволить. Отдых в загородном доме, встречи с друзьями, приятные вечера, игра на гитаре, что-то такое. Село Шатунова Залесовского района. А что там планируете делать? Планирую делать? Приедем, будем собирать ягоду, клубнику и будем на озере плавать. Я пенсионер, поэтому заниматься надо дачей и отдыхать. Виноград, яблони, все ягоды, то есть все есть. Первый раз лечу в Турцию, до этого в Таиланде отдыхали. Если сравнивать вот бюджет, например, Горный, Турция, что скажете? Турция дешевле, чем Горный.